Как ты думаешь, Вертелкин, наука — это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают! А если кто-то еще не слушал, Вертелкин? А вот это, Крутилкин, ужасно! И что делать? Набрать в поиске «Ну и ну». Ну и слушать. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Не только дети любят мыльные пузыри. Пингвины, оказывается, от них тоже в восторге. В этом убедились сотрудники московского зоопарка. Они постоянно придумывают для птиц новые занятия, чтобы больше двигались. Ведь в неволе им не надо выслеживать добычу. Поэтому зоологи решили порадовать подопечных мыльными пузырями. Черно-белые птички забавно топчутся на месте, вытягивают шеи и лопают пузыри клювами. Веселая игра с шариками отлично тренирует мышцы и внимание. Ее используют во всем мире. В одном из английских зоопарков пингвинам даже купили большую водяную пушку, чтобы не скучали без посетителей. А знаете ли вы, что... Смотреться в зеркало полезно! Ученые из Японии выяснили, когда разглядываешь свое лицо, мозг вырабатывает гормон счастья, и тебе сразу становится весело и приятно. А вот когда смотришь на других, тогда мозг начинает активно работать, изучая лица незнакомцев, обрабатывать информацию, какие у человека глаза, нос, рот и так далее. Так что стало грустно? Посмотри на себя в зеркало или в камеру смартфона и улыбнись. Сразу полегчает. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Рыбы, оказывается, большие любители классической музыки. В этом убедились уральские ученые. Они провели необычный эксперимент с участием популярного вида аквариумных рыбок Данио Рерио. Утром и вечером рыбкам включали разные мелодии композитора Антонио Вивальди, а потом пересаживали каждую рыбку в отдельный аквариум и снимали ее поведение на камеру. После прослушивания классической музыки рыбки даже в незнакомом месте вели себя спокойно и уверенно, из чего ученые сделали вывод: классическая музыка снижает стресс даже у рыбок, так что слушать ее полезно не только людям. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа «Ужасно интересно все то, что неизвестно».